Результаты выборов, они показательны. Если говорить о выборах главы региона, то более 78% проголосовали за Дениса Владимировича. И это показывает серьезное доверие президент нашей страны Владимир Владимирович Путин одобрил выдвижение Дениса Владимировича на второй, выдвижение выборы и на то, чтобы он работал второй срок, и сказал, что все зависит от оренбуржцев. Оренбуржцы высказали свое мнение, и мы видим, что действительно, на наш взгляд, таким образом была оценена работа Дениса Владимировича на этом важном и ответственном посту. Следующие 5 лет мы уверены, что еще больше динамика развития Оренбургской области мы увидим и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в различных сферах, и в здравоохранении, и культуре, и образовании. И те успехи, которые, безусловно, мы видим, я думаю, что все видят, касательно и того, что область у нас лидирует по темпам роста ввода жилья, по строительству жилья. Впервые в этом году в топ-15 по инвестиционному рейтингу вышло. Увидим очень высокий рост заработной платы, доходов населения. Это говорит о том, что и инвестиции, и новые рабочие места, и условия жизни людей будут улучшаться и в следующий 5-летний период. Из ключевых задач и целей мы понимаем, что национальные цели, определенные президентом России, есть и будут в приоритете развития экономики, развития промышленности и сельского хозяйства, и самое главное – условий труда и жизни людей, забота о семьях. Кроме этого, также важно, что очень профессионально и во время паводка и при устранении последствий Денис Владимирович лично и его команда действовала, и сейчас очень важно, с учетом той помощи, которая оказана по поручению президента, выполнить все обязательства перед людьми и оказать помощь и в восстановлении жилья, и в строительстве нового жилья, в восстановлении инфраструктурных и социальных всех объектов для того, чтобы устранить все эти последствия. И также из приоритетов, конечно, важна работа оборонно-промышленного комплекса для выполнения задач, которые стоят перед нашей страной в зоне специальной военной операции, оказание помощи семьям военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО. Я уверен, что те задачи, которые стоят перед Денисом Владимировичем и его командой, будут выполнены.